Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька. Сегодня записываю очередную серию чемпионских контейнеров. Если вы посмотрели серию халявных контейнеров, то вы, наверное, проорали с того, что мне ничего не выпало. Я был немножко в шоке. Видосик там был на одну минуту, быстренький. Обосрался я знатно, ничего не выпало. Надеемся, что здесь упадет что-то получше. Давайте попробуем. Открыть первый. Открываем. И это тоже белое. И это тоже ДАшки. ДАшки мне не нужны. Поэтому переходим к следующему контейнеру. И будем надеяться, что выпадет что-то хорошее. Что-то, что мне надо. А что мне здесь надо? Спросите вы меня. Мне надо хорошая красочка какая-нибудь, красивая. Желательно анимированная. Давай упади мне. Угу. Что ты мне подсказываешь, что и чемпионские контейнеры тоже какие-то печальные. Что сегодня за день такой? Кто подкручивал контейнеры? Чё за бред? Падает один дроп. Как? Объясните мне, как? Просто как? Меня чуть начинает бомбить уже. Что-то очень печально, очень печально. Ну давай упади что-то хорошее, ну пожалуйста, ну будь так добр. Ну блин, ну ладно там пятница 13-я, ну пофиг, ну давай упади что-то нормальное, ну. 3 дня према, ну. Мои рыдания, можно так сказать, были не напрасны. 3 дня премиума, к моему премиуму. Не так плохо, не так плохо. 3 дня прибавили. Чемпионские контейнеры тоже как-то тухловаты были. Ну, если не считать последний, как бы две нарочки. 3 дня према. 3 дня према, в принципе, неплохо. Ну, и на этом будем заканчивать. Обязательно ставьте лайк этому видео. Пишите комментарии. По вашим комментариям я буду разыгрывать голдики, поэтому участвуйте, приходите на стримы. А на этом все. С вами был мистер Ванька. Всем спасибо, пока.